Сплав цирка, драмы и сказки. Так говорят о каждой постановке внука легендарного Чарли Чаплина, Джеймса Тьерри. Французский режиссер и сценарист приехал с фантасмагорией «Лягушка была права». Он сам выбрал для гастролей Екатеринбург после некогда произведенного здесь фурора. Не терпится скорее сыграть спектакль здесь, потому что я до сих пор вспоминаю 2 года назад, когда мы играли «Красный табак». Было настоящее единение артистов и зрителей. В зале также было много молодых артистов, с которыми нам удалось пообщаться. Это было настоящее слияние, настоящий обмен. Спектакли Тьерри, по его признанию, больше не имеют цели рассказать историю. Спектакль – это блуждание вокруг темы. Так в бессмысленности мгновений порой рождаются смыслы. Когда мы репетируем, у нас есть конкретная цель, которая прячется за нашими действиями на сцене. Благодаря единению всех артистов мы понимаем, чего хотим достигнуть. Но это не банально, поэтому не так очевидно. Мне кажется, это настоящее торжество театра. На сцене мы делаем все. Танцуем, поем, играем. Есть какие-то абсурдные ситуации, бурлескные. И единственный участник, которому мы не дали появиться на сцене, это текст. В мае «Лягушка была права» получила самую престижную премию Франции – премию Мольера. Это бессюжетная история про неведомую лягушку, и вся атмосфера в ней абсолютно ручная, без какого-либо компьютерного вмешательства. Постановка с колоссальным числом декораций – это единственный спектакль чеховского фестиваля, в котором сразу 2 технических досье. Для того, чтобы подготовить этот спектакль, необходимо 2 суток. Уже сегодня в театре начнется монтаж декораций. Хотя сам спектакль мы играем только 6-го. У нас все расписано по минутам. Бывает в театрах так, что актеры стараются, выкладываются на все 100, а технические специалисты только пьют воду в уголочке или тележки перекатывают. В спектаклях Джеймса работает каждый, и это стоит того. Это такой очень изысканный театральный продукт, который, конечно, специфичен, но это действительно позволяет следить вот за тем, что предлагается сегодня европейским театром. Он позволяет, помимо прочего, питать ту часть наших зрителей, которую можно охарактеризовать как действительно уже воспитанную многолетней, даже многодесятилетней театральной традицией. Для 5-го чеховского фестиваля этот спектакль заключительный. Он пройдет в Театре драмы 6 и 7 июля. Жизнь постановки продлится еще 6 недель на гастролях в Мексике, США и Канаде.